Каждое лето универсальный спортивный комплекс готовит к предстоящему тренировочному и соревновательному сезонам. Сейчас на стадионе имени Николая Озерова обновляют разметку на беговых дорожках. До конца июля стадион «Спартак» будет закрыт для посетителей, но после обновления он вновь примет любителей и профессионалов для занятий спортом. В нашем округе ОСК Подмосковья один из самых посещаемых спортивных объектов. Здесь проводятся соревнования не только местного и регионального, но и всероссийского и даже международного уровней. Такие турниры собирают полные трибуны болельщиков. 20 лет универсальный спортивный комплекс Подмосковья – это арена, которая принимает международные матчи, всероссийские матчи. Вы знаете, здесь играла мини-футбольная команда «Спартак» Щелково, потом «Динамо» Московская область. Здесь играли португальцы, французы. Одним словом, очень серьезный объект. Поэтому и серьезное внимание к подготовке к новому сезону. Ремонт идет в манеже. Здесь уже обновили разметку на беговых дорожках. Приведут в порядок барьеры и сетки на футбольных воротах. Евгения Корытько, Владислав Реус, Максим Колесниченко, Щелковское телевидение.